Ребята, вы, конечно же, знаете, что городские дороги поделены между пешеходами и машинами. Что такое дорога? У этого слова немало значений. Это и полоса земли, предназначенная для передвижения, и путь сообщения, и место, по которому можно пройти или проехать. Это и путешествие, и направление действия. Но по правилам дорожного движения, которые мы станем вместе с вами изучать, дорогу называют обусловленную или приспособленную и используемую для движения транспортных средств полосу земли. Дорога состоит из нескольких элементов. Во-первых, это проезжая часть, предназначенная для движения транспортных средств. Во-вторых, тротуар – элемент дороги, предназначенный для передвижения пешеходов, примыкающий к проезжей части или отделенный от нее, как правило, бордюром. В-третьих, обочина – часть дороги, расположенная по обе стороны проезжей части, на одном с ней уровне. Для чего же служит обочина? Верно, на обочине останавливаются автомобили, по ней могут двигаться и пешеходы. В-четвертых, разделительная полоса – конструктивно выделенный элемент дороги, не предназначенный для движения или остановки транспорта и пешеходов. Как быстро они едут! Посмотри! У них есть даже своя собственная тропинка, а называется она «Дорога». Да, я так смотрю, что для нас тоже есть своя тропинка. Правильно, Бунька! И называется она «Тротуар». Это я в книжке читал. Ага, получается, по дороге ездят машины, а по тротуару ходят домовята. Бунька, по тротуару ходят и звери, и птицы, и малыш. А знаешь, как называют всех, кто ходит, а не ездит? Их называют пешеходами. А зачем нужны две тропинки? Отдельно для машин и отдельно для пешеходов? Бунька, ты сама заметила, что машины едут быстрее, чем мы ходим. Вот представь, если на одной тропинке я буду идти, а ты будешь бежать. Мы же будем мешать друг другу, сталкиваться и даже можем упасть. Вот. Ой, что-то я запуталась. Малыш, помоги, пожалуйста. Покажи мне тропинку для машин. Это дорога, дорога. Здесь ездят только машины. Малыш, а где ходят пешеходы? Правильно, пешеходы ходят по тротуару. По тротуару идут пешеходы. Женщины везут коляски, мамы ведут детей, неспешно передвигаются пожилые люди и все остальные граждане. Ходить по тротуарам следует, соблюдая определенные правила. Итак, правила поведения на тротуаре. Идти нужно, держась правой стороны. Нельзя бежать, расталкивая прохожих. Нельзя ездить на роликовых коньках, велосипеде и самокате. Вы можете задеть других прохожих, толкнуть их, нанести травму. Кататься на роликовых коньках, велосипеде и самокате можно в парке, на стадионе, спортивной площадке. Дорогие ребята, нужно запомнить правила поведения на тротуаре и строго соблюдать их, чтобы в дальнейшем избежать травм. Ведь несоблюдение правил поведения пешехода может привести к неприятной ситуации на дороге. Как же нужно вести себя пешеходу, идущему по тротуару? Правильно, идти нужно спокойно, не спеша, никогда не обгонять и не толкать, не затевать игр и беготни. Идти по тротуару следует, держась правой стороны. А теперь, ребята, отгадайте загадки. Машина грохочет, несутся вперед, а по тротуару идет пешеход. Правильно, городская дорога. Не торопится, идет по дорожке, отведенной, не широкой, но свободной. Кто же это? Верно, пешеход. Ребята, а сейчас у меня к вам задание. Нарисуйте и раскрасьте сельскую тропинку. Нарисуйте тротуар.